Ну что, это место... Добрый день. Бесконечное. Приветствую, Александр. Рад вас видеть. Что случилось? У меня ничего, нормально все. Ну, я вижу здесь полицейские. Проблема в городе. Если вы заснимете движение, то все машины идут с нарушением правил дорожного движения. Они пересекают двойную сплошную, что не имеют права делать. А пересекают двойную сплошную в присутствии, кстати, полиции. Почему? Снимите, пожалуйста, участок. Потому что все машины припаркованы так, что занимают две полосы движения. И невозможно двигаться. И невозможно двигаться без нарушения правил. Я вызвал патрульный экипаж и требую, чтобы вызывали сюда эвакуаторы и нарушителей вывозили на штрафплощадку. Раз, два, день-два поработают, глядишь, другие будут парковаться. А если вы заснимете, там даже знак есть. Есть, да. Да, что парковаться надо вдоль полосы. Так что у меня спасибо проблем, за небайдужість. Проблем нет, проблема в городе. Проблема в городе, как всегда, со стоянками. Ну, я вижу, здесь полицейские работают. Ну, вызывайте. Я не уеду отсюда. Я сейчас здесь шум подниму на весь город. Там Геннадий Ведлаский уже пояснили, как всегда. Пока вы не начнете вывозить машины, я никаких пояснений не даю. Вам что, надо разъяснения мои, что здесь нарушение? Я напишу вам хоть 10 пояснений, но вы сначала начните работу. А то все машины разъедутся, пока вы будете бегать за моими пояснениями. Я их напишу, нет проблем. Еще раз подвязаться, вы действительно забываете. Ну вот знак, акцентируем внимание. Даже не здесь, здесь Т-образный перекресток. Насколько я знаю, по правилам останавливаться здесь нельзя. Вот знак, который показывает, что дальше зона остановки, стоянки, но вдоль дороги, вдоль проезжей части. Ну, сейчас будем смотреть, что будет происходить дальше.